Производитель майнеров обвинен в мошенничестве. Команда Fox Miners, калифорнийской компании, которая якобы занимается производством и продажей устройств для майнинга, утверждает, что ими был разработан майнер с запатентованным чипом, способным майнить одновременно биткоин-алгоритмы и скрипты лайткоина. Тем не менее, новостной портал Merkle опубликовал несколько статей с обвинениями в адрес Fox Miners, изобличая компанию в мошенничестве и предостерегая криптосообщество от покупки ее продукции.